В Самарском областном художественном музее открылась выставка рисунков юных художников из Донецка. Всего в наш город доставили 78 работ. Написаны они в разных стилях и техниках. Проект «Донецк. Город роз. Возрождение» реализуется при поддержке Общественной палаты городского округа Самара. Смотрите программу «Город С» сегодня в 19:35. Гости в студии Алла Шахматова, председатель по культуре Общественной палаты городского округа Самара, директор Самарского областного художественного музея, и Любовь Шумилкина, заведующая отделением детской школы искусств № 6 города Донецка.